Я обмениваю свои надоевшие скины на красивые пушки, ключи или наклейки на loot.farm. Моментальный обмен вещей из CSGO, PUBG, Dota 2. Огромный выбор вещей на 400 тысяч баксов. Внутренний баланс, с которым обмениваться намного проще и выгоднее. Совершая обмены на LootFarm, вы получаете не только прекрасные скины, но и становитесь участниками лотереи. А что не сократить тут? Поехали, пожалуйста, поехали! Лего, здорово, четкий контент, с наступающим тебя, бро, 2 ляма подписчиков тебе в 2018, четкий концерт, хуйерга, блядь, концерт. Лего решает, Лего рулит, тащит, шарит, Лего не уничтожаем, Лего уничтожает, Лего благодарен за донат, брат, спасибо за поддержку, Лего всегда тебе рад. Легас, с наступающим, здоровья малышу, спасибо за стримы. Николай, приседать спасибо тебе, не правда. Надо. Я уже начал. Потому что если я сейчас не буду приседать, у всех зрителей сгорит от этой... Энергетик я сейчас открыл, сейчас покажу, как надо. Сори, пацаны, пацаны. Сори, пацаны. Вот залетел, вот это я понимаю, вот это мой день сегодня. Сегодня мой день с VIP-подписотой развлекаться. Давай, поехали. Куда ты укатилась это? Стой, сука! Пошло не так, да? Что-то пошло не так. Что-то здесь не то. О. Братан, давай. Все, ложись. Ложись, говорю! Он там бежит. Так, он пошел его рашить, потому что он его увидел, услышал и так далее. Это что-то наконец-то. Это божественная катка была. Это просто божественная катка была. Это просто вообще нереальная катка была. Просто вообще. Я не знаю, гайс, это реально крутая. Пацаны! Пацан бежал куда-то. Поэтому какой прифа... Что? Как по мне уже стреляют? Тут еще и давит кого-то. Побежал, пацан! Побежал! Всех наступающим, ребята. Всех с наступающим Джингл Бенсом. Анкл Бенс, помните такую рекламу? Такая реклама была. Давай, братик. Привет банде зеленых. У нас, кстати, Алекс Монро сегодня новый тупица.
новый платный подписчик. Я его зовут Тупица, ну типа пицца, да? Он говорит, я не тупица, я же, говорит, тупица. Я что-то так орнул, и мне так страшно. Да, еще что? Ты хотел смысл тоже поплыть? Извини, братан. Ну, я не думаю, что... Ну, а прикинь, я буду старым дедом стримить. Прикольно же. Вот моя будет минималка. В неделю стрим раз один запилил, да и хватит. Здравствуйте, дорогие друзья! Пацаны, спасибо за дончик! Вам-то так же будет под 60, под 70, вы такие... Олег, я с тобой уже 60 лет, братан! Давай буханем!